На сайте Тузов проводится круглосуточный розыгрыш голды. Каждый час разыгрывается 1000 золотых. Больше информации по ссылке в описании к видео. Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует сантехник и очередной выпуск передачи «Танкоподставы». Я только собрался эту передачу закрывать, как вдруг внезапно в мой адрес посыпалась целая куча интересного материала, что даже есть из чего выбрать. Итак, у нас клан War In. Скажу честно, мне было лень зайти на офсайт и посмотреть, как они там расшифровываются. На самом деле глубоко плевать. Причина тому проста. Обратите внимание, на этот момент загрузился только Чаффи. Остальные типа не загрузились. Что это такое, зачем это делается? Создается подставной клан. Вот в данном случае Чаффи это живой человек, остальные все ливеры. Они ФКшат на базе и больше ничего не делают. Для чего это делается? Он создает клан, ему платят за это деньги, ну, не знаю какие там большие, небольшие, скорее всего, конечно же, копеечки, но это не имеет особенного значения. Он на 1-2-3 договаривается с тем кланом, который его приходит разваливать. И его разваливают, его клан, вот этот вот War In. Но так иногда получается, что на 1-2-3 попадает совершенно другая команда, совершенно не та, которая должна была быть. Вот чувак на Чаффи, который без совести, ну понятно почему, без совести. Он решил поехать и утопиться, потому что он единственный живой игрок в своем клане в этой вылазке. Для чего это делается? Давайте вкратце попытаюсь объяснить. Один непонятный чувак создает вот такой вот клан, создает ливеров и по системе там запускает у себя на компьютере несколько клиентов игры. Можно это дело обойти, можно сделать так, что несколько клиентов игры у тебя на компе будет запущено. Естественно, управляет он только одним. Потом он на 1-2-3 по отсчету с другим кланом, с которым договорился, выходит в один бой. Те приезжают, разваливают его команду. Получают промресурс, получают там другие плюшки, прокачивают себе укрепрайон и в итоге профит. Вот такие вот дела. Что делают наши зелененькие ребята? Они поняли, что это подстава, и здесь уже просто прикалываются. Они тут их составляют тут разными возможными способами, чтобы там приехал там японец и своей фугаски там бахнул там одним выстрелом. Долго ли, коротко ли? Ну, в общем, они всех перестреляли. Я бы хотел обратить внимание разработчиков на эту проблему. Все-таки, может быть, как-то нужно контролировать вот такие вот подобные кланы, которые специально создаются для того, чтобы жульничать в нашей игре. Ну что ж, ребят, на сегодня у меня еще не все. Через полчаса будет еще один коротенький, но бодренький выпуск. Там тоже кое-что есть интересное. Есть что показать и есть что рассказать. Там засветились очень интересные персонажи, герои. Герои одних там некоторых там выпусков одной из моей очень известной передачи. И они когда-то говорили, что они не участвуют в подставных боях, они только фанятся. Ну, мы это дело немножечко приоткроем завесу тайны над этим вопросом. Ну, собственно, а пока. Пока.